un memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и председатель правления акционерного общества «Барилла» Гуидо Мария Барилла подписали соглашение о взаимодействии. Il presidente del consiglio di amministrazione di Barilla, società per azioni Guido Maria Barilla, e il governatore della regione di Mosca Andrei Jurevich Vorobyov hanno firmato un accordo di cooperazione. Губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов и управляющий директор компании Текинт Дарио Пульизи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области здравоохранения. L'amministratore delegato di Tekint, Dario Puglisi, e il governatore della regione di Kaluga, Anatoly Dmitrievich Artamonov, hanno firmato un memorandum d'intesa cooperazione nel campo della sanità. Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Викторович Чемизов и председатель и исполнительный директор компании Pirelli Marco Tronchetti Provera подписали меморандум о взаимопонимании. Il presidente e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera, il direttore generale della corporazione statale Rostec Sergei Viktorovich Chemezov hanno firmato un memorandum d'intesa. Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров публичного акционерного общества нефтяная компания Роснефть Игорь Иванович Сечин и управляющий директор акционерного общества Пьетро Ферентини Паоло Нарди подписали соглашение о промышленном сотрудничестве. L'amministratore delegato, vicepresidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Rosneft, Igor Ivanovich Siechin, e il direttore esecutivo di Pietro Fiorentini Palonardi hanno firmato un accordo di cooperazione industriale. Генеральный директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Валентинович Белозеров и генеральный директор акционерного общества «Энел» Франческо Старачи подписали соглашение о поставках электроэнергии российской компании. L'amministratore delegato di Enel Francesco Starace, il direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione delle ferrovie russe Aliek Valentinovich Belaziorov hanno firmato un accordo di cooperazione industriale. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и президент консультативного совета Adler Pelzer Group Паоло Скудиери подписали соглашение о совместных инвестициях в сектор автомобильной промышленности России. Il presidente del consiglio consultivo di Adler Pelzer Group Paolo Scudieri, il direttore generale del fondo investimenti diretti russo Kirill Alexandrovich Dmitriev hanno firmato un accordo per investimenti congiunti nel settore dell'industria automobilistica. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и полномочный управляющий Ferretti Group Альберто Галасси подписали соглашение о совместных инвестициях в сфере технологий гражданского судостроения в России. L'amministratore delegato del gruppo Ferretti Alberto Galassi, il direttore generale del fondo russo investimenti diretti Kirill Alexandrovich Dmitriev hanno firmato un accordo per investimenti nel settore delle tecnologie per la cantieristica navale a uso civile in Russia. Генеральный директор акционерного общества Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Арнольдович Браверман и президент компании Микрокапитал Винченцо Трани подписали меморандум о взаимопонимании. Il presidente di Microcapital Vincenzo Trani, direttore generale della Corporazione Federale per lo Sviluppo della Piccola e Media Impresa Alexander Arnoldovich Braverman hanno firmato un memorandum d'intesa. Генеральный директор публичного акционерного общества КАМАЗ Сергей Анатольевич Кагогин и директор управления международного развития бизнеса Фарнова Роберто Масарин подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационной технологии использования компрессорных установок в качестве компонента мобильных автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций. Директор развития бизнеса эстеро della compagnia Fornovo Roberto Masarin e il direttore generale della società pubblica Camas hanno firmato un accordo di cooperazione nel campo delle tecnologie innovative di impiego compressori come componenti di stazioni di rifornimento CNG. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Сергеевич Калинин и президент Ассоциации итальянских промышленников России «Конфиндустрия Руссия» Эрнесто Ферленге подписали меморандум о сотрудничестве. Il presidente dell'Associazione Industriale Italiana e Confindustria Russia Ernesto Ferlenghi e il presidente di Opora Russia Alexander Sergeevich Kalinin hanno firmato un memorandum d'intesa. Генеральный директор акционерного общества ТАИФ Альберт Кашафович Шигабуддинов
и президент акционерного общества «Био-Он» Марко Астори подписали соглашение о реализации проекта создания производства биопластика. Il presidente di Bion Marco Astori, il direttore generale di Taif Albert Kashafovich Gabudinov hanno firmato un accordo per la realizzazione di un progetto di produzione plastica biodegradabile. Председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью группа компаний «Чистый город» Полина Валерьевна Вергун и директор по развитию на территории Российской Федерации и стран Содружества независимых государств компании «Копарм» Паскуале Владимиро Наталья подписали соглашение о намерениях долгосрочного сотрудничества в сфере поставки в Россию оборудования для обработки и утилизации отходов. Il responsabile per la Russia e paese CSE di Coparm, Pasquale Natale, e la responsabile del gruppo compagnia Cisti Gorat, Palina Valerina Vergun, hanno firmato un accordo di intenti per la cooperazione a lungo termine per la fornitura di apparecchiature per il riciclaggio e lo smaltimento di rifiuti.